Я закончила школу Китай-Городской. Сегодня у нас такой финальный день. Хочу сказать, что обстановка очень комфортная. Преподаватели не только профессионалы своего дела, они еще и психологи, то есть каждому индивидуальный подход. Я считаю, что для меня это такой большой толчок. В дальнейшем нужно развивать. Обязательно. То есть я чувствую, что вот эти преграды, которые у меня были, с помощью школы Китай-Городской, преподаватели полностью исчезли. То есть сейчас я понимаю, что я уже не боюсь языка, и я уже смогу в любой момент высказаться, сказать что-то. Нравилось, в принципе, все. Атмосферная обстановка, метод преподавания, то есть там игры, песни, танцы. Это ты не замечаешь, как проходит, пролетает время. Курс достаточно длинный, достаточно насыщенный, поэтому действительно не замечаешь. Для тебя это не в тягость. Обязательно. Я уже рекомендовала всем своим друзьям, всем, кого знаю, всем, с кем общаюсь. То есть уже в процессе, в самом начале я уже рекомендовала, потому что все нравилось.